В Мангыстауской области появилось новое здание филиала «Халыкбанк». На открытии значимого для региона объекта присутствовали представители акимата, банка и бизнес-партнеры. Раньше здесь было старое здание, которое снесли и возвели это. Филиал «Халыкбанка» распахнул свои двери для клиентов Мангыстауской области. Теперь это современный и цифровой объект. Здесь у нас сконцентрированы все основные продукты и сервисы по цифровизации клиентов, по самообслуживанию наших клиентов, по выпуску карточек, тут же моментальный выпуск через картомат. Вот. Поэтому здесь уже это здание отвечает новым современным нашим сервисам банка, новым современным условиям обслуживания клиентов. Всего в областном филиале трудятся 340 специалистов. Они обслуживают все сегменты бизнеса – малого и среднего, корпоративного, а также розничных клиентов. Общий кредитный портфель филиала – 123 миллиарда тенге, депозитный – более 152 миллиардов. Данный филиал активно задействован в трансформации цифровых процессов, создании экосистемы и развитии онлайн-каналов для всех клиентских сегментов. Нам очень приятно, что мы являемся одним из самым крупным клиентом Мангыстауского филиала Народного банка. Сразу видно, что здесь создали все необходимые условия для обслуживания оперативного, быстрого, комфортного обслуживания клиентов и физических, и юридических лиц. Региональное отделение банка вносит свой вклад в социальную жизнь области. Так, финансовый институт подарил городскому обществу инвалидов спецавтомобиль «Инватакси», городу Актау – детскую площадку. В период пандемии оказывалась также поддержка многодетным и неполным семьям, людям с инвалидностью. Филиал оказывает адресную помощь, занимается озеленением областного центра. А в рамках акции «Дорога в школу» более 100 семей получили школьные наборы к новому учебному году. Мадина Исюмбаева, Информбюро, Мангыстауская область.